Окей, я бы, если вы смеете, мы продолжаем проходить игру под названием Мамадора 3. В прошлой серии мы убили двух боссов, это девчулю, девчульку и рыбу. Ладненько. А почта меня не хилит. Окей. Что здесь меньше у нас возможностей каких-либо. Я не успел, я понял. Как вы это предлагаете выполнять мне? А, да, я знаю, что я сказал, что забыл. Буду проще делать. Ладно, в принципе, там тайминги есть. Чего вы мне предлагаете, блядь? О, сейф. Не, на самом деле это можно просто спидранить. И типа... Невнимательность. Когда у тебя экран не фул. Ты чувствуешь, когда у тебя экран не фул? Кост. Не хочу. Подвох в чем? Я понял. Подвох в том, что там просто ловушка. Чисто ловушка. Просто член из земли вылез. Просто вылез член на земле. Блять. Ух, я не думал, что он будет по нему. Я думал, упадет. Он хера не упал. Ладно. За них типа много денег дают, это как в первой части, ой, ну вы помните в какой части. Точно, они ж восстанавливаются. Все-таки тут, видите, глаза тоже остаются.
А если бы я пошел вправо? Смотрели, а есть? Мимик. Это типа мини-босса. Очень слабый. Воу-воу-воу. Изи. Жук в банке. Мариант. Эффект. Реплей Юче Атак. Мув. Специал мув. Окей. Она одноразовая хотя бы. И это радует. Типа я только в одну сторону мог идти, откуда я знал? Я понял. Типичные боссы. Да, здесь просто хп даже увеличивать нельзя. Сложно. Блин, ну он типа сложный своими атаками. Нужно его грохнуть. Арабельские сестры. Просрал. Типа у них не так уж много атак. А я мог там проскочить. Пожалуйста, не задень. Фух. Сложно. Я пока комаров убиваю, твари. Но не боитесь, ты меня не убьешь. Mm.
Я не знаю, с кем лучше драться из них. Теперь я понял. Кажется, теперь я понял, с кем лучше драться. Они не пропадают? Серьезно? Я понял. Когда остается пиздец мало хп, там лучше бить этого черного. Ай. Вот это самая убогая вот эта атака. Оп. В смысле, я ее убил? Я не хотел ее убивать. Окей, буду знать. Не, ну понятно, если между типа ними выбирать, кого бить. Понятно, кто слабее. Белый слабее, хотя у нее магия помощнее будет. Но взрывные. Короче, меньше половины, все. Бьем только черного. Типа сейчас было. Я не понимаю, как она работает. Я знаю. Играем с одним хп.
В смысле? Ему так много... Ей так много хп нанес. Ничего я не понимаю. Но это сложный. Ладно, бьем только тогда. Черт возьми. Это реально пройти, но... Все, больше ее не трогаем. Я не буду тебя трогать, белая. Ай-яй-яй. Поспешил. Сейчас она исчезнет, сразу бежим. Ну типа, и если выбирать между ними, кто легче, понятно, кто легче. О, а я знаю, кто это. Это что, помните? Которую мы убивали. Гусеничку. Это что, гусеничка? Окей, все. Да, эти жуков я тоже помню. Хорошо, что ядовитеры меня не коцают так сильно. Не помню, что они делают, и знать не хочу.
еще не знать, кто что делает. Но они какие-то здесь какая-то локация более легкая. Чем-то. Еще наверху. Давайте еще раз. Только ради этого. Походу, да. О, колокольчик. Изи. Все, уже босс? Что-то было быстро. Хорошо, она типа летит в меня острием. Окей. То есть она с помощью этого отпрыгивает и задевает в бок. Пчелка. Типа у нее не так много атак. Главное, если не обосраться, то все может быть будет хорошо. Так, вторая фаза, да, началась? Ты ж ё-моё. Ни хрена себе. Блин. Типа она все равно не отказывается бить так, как она била. Такое.
обосрано. Второй раз просрано. Атаки по мне. Я труп. Hard is very hard. Я даже подойти ударить нормально не могу. Чёрта. Косой. Начинается вторая фаза. Ай-яй-яй. Она чё, что она делала? Ах, your skill imports on me. Пожалуйста, возьми это. Эта вкладка что-то тебе поможет. О, я сохранюсь. Сейчас к ней вернусь, когда я сохранюсь. Ну, чё сказать, в принципе, по два босса за серию. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Часовня. Грейв. Ладно, давайте сохраняться и заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.